Всем привет! В этом видео вы сможете найти идеи для подарка папе, брату, другу или любимому. Чтобы было проще, поделим все подарки на несколько групп и поговорим о каждой отдельно. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. В общем, если мужчина умелец на все руки, то хороший набор инструментов домой или в машину станет отличным подарком. Инструменты уже есть? Можно обойтись их шоколадным аналогом. Если же он больше предпочитает творить на кухне, то подарок в виде фартука или набора для барбекю не оставит его равнодушным. Каждому пригодятся удобные тапочки и банные принадлежности. Нет ничего лучше удобства в доме после тяжелого рабочего дня. Рыбак, охотник, а может коллекционер марок, путешественника можно порадовать, например, теплым пледом для путешествий или новым термосом. Любителя астрономии – новым телескопом. Автомобилисту можно подарить держатель для телефона, автохолодильник или новый чехол для руля. Давно известно, что книга – лучший подарок, а если она будет о его любимом хобби, то это вдвойне полезная вещь. Новые знания – бесценный подарок. Отличным подарком для мужчины станет абонемент в фитнес-зал – гантели, эспандер или фитнес-трекер. Если он отращивает растительность на лице, то набор для роста бороды или ухода за ней будет кстати. Беспроигрышным вариантом станет парфюм. Но тут, конечно, лучше быть в курсе его предпочитаемых ароматов. Сюда же прибавим классику – бритвенные наборы. Ну куда же без носков? Сейчас можно найти отличные наборы аж годового запаса. Или носки рыбака, охотника, танкиста. В общем, смотреть пункт номер 2 – подарки для хобби. К ним отлично подойдет набор настоящего мужчины, состоящий из трусов и бабочки. Галстук и запонки подойдут для любителя классического стиля в одежде. Продолжая разговор о классическом стиле, можно подарить набор из ручки и хорошего ежедневника, которые станут незаменимым помощником в работе. Также портмоне или чехол для паспорта. Кстати, сейчас все это можно сделать именным. Часы, хороший ремень или теплый шарф в холодное время года всегда будут напоминать о вашей заботе. Опустим взгляд немного ниже и поговорим об обуви. Набор для ухода за обувью – практичный и нестандартный подарок для мужчины. Для частых пользователей гаджетов подойдут флешка, внешний аккумулятор или чехол для телефона. Мы уже поговорили о хобби, но не у всех оно есть. Настольная игра сможет сделать досуг мужчины более разнообразным. Если же мы говорим о любителе компьютерных игр, то можно презентовать какую-то игровую новинку. Любители виртуальной реальности порадуем очками виртуальной реальности для ПК или смартфона. По моему мнению, подарок эмоций – это самый необычный подарок. Здесь можно придумывать практически бесконечно. Начну с более материального, с того, что можно потрогать или полюбоваться. Ну, например, фотокнига, портрет или видеопоздравление. Для любителей различного вида эмоций подойдут подарочные сертификаты. СПА, прыжок с парашютом, поездка на танке или полет на самолете. Все это можно запечатлеть на экшн-камеру, которая, кстати, тоже станет классным подарком. Пишите в комментариях, какая идея вам понравилась больше всего. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Любите своих мужчин, творите и вытворяйте. Всем пока!